Депутат Мособлдумы Евклид Зафиров разбился в ДТП на 65-м километре трассы М5 Урал в Подмосковье. По предварительным данным, Toyota Camry, где находился парламентарий со своим приятелем, влетела под фуру. Оба скончались на месте происшествия. По нашим данным, накануне в 22 часа 30 минут на трассе М5 Урал в Раменском районе Подмосковья водитель фуры вылетел на встречку, зацепил Шкоду, а затем протаранил Камри, в которой ехали Зафиров и его друг, оба погибли на месте. Водитель фуры был трезв, он не справился с управлением. 60-летний Евклид Зафиров был депутатом 7-го созыва Мособлдумы по Воскресенскому избирательному округу. Он входил в состав Комитета по строительной политике, энергетике и ЖКХ.